любителей компьютерных игр, мы продолжаем прохождение метро Last Light. Я загрузился, и чекпоинт меня выкинул вот на этом месте. В принципе, мы здесь уже проходили. В прошлый раз мы как бы всех убили, вот этих вот ребят. И я думаю, я прибавил гаммы, да, кстати, потому что смотрел на ютубе, все очень темно, как у негров в энном месте. Поэтому я думаю, давайте в этот раз мы рейх. Надпись на стене. В этот раз попробуем пройти по стелсу. Так. Что, аккумулятор? Полевой суд над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха вопросы на трудовой повинности. Что? Я смотри. Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Выделываются в школе, училки кабин. Вот и покажу вам адресу, чем двоечники кончают. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыть. Помилуют, ага, сейчас. Петля же ждет. У нас суд без Да что там смотреть вообще? Дергается, по ногам моча течет. Тоже мне зрелище. Ходишь так, ходишь. Чего мы не видели-то, пацаны, уже цинки. Для тыловых кресел самое оно. Дисциплинирую, дочь. Ладно, хрен с ним с краснопузом. Может, ну что? Кто здесь? Сразу патрон. Понятно. Нет никто, уходи. Грибы какие-то не те, что ли? Да, грибы какие-то. Починилось. Ты сюда идешь? Не надо было этого делать. Так, это, видимо, про Пашу, да, все? Говорили. Блин, источник света. Источник света — это плохо. Может, конечно, и крысы. А может быть, и не крысы совсем. Блин, тут целый лабиринт в этих туннелях. Не поймешь, куда идти. Сюда попробуем. Вечно под конец мира. Смотрит в спину мутант какой-то. Блин, там кто-то ходит, я боюсь, сейчас выйду. Почему я не люблю сохранение по чекпоинтам, а? Так, он где-то сверху ходит. Поймать бы сейчас коммуняку такого. Да выяснить, чего они затевают. С пристрастием. Да, это всего лишь я. Отлично. Так, теперь как нам туда пробраться? Вообще нам туда ли?
не-не-не-не. Видели идиота, который в стелсе? Да блин, как карту мне посмотреть? Там, не куда-то туда. Так, ну типа по любасу тогда надо ложить. Потом того наверху ложить. А что если убрать их всех? Давай, мартишись сюда. Повиси немного. Блин, здесь палевно так. Так, здесь целая куча была, да, этих? Тихо. Ну ты что, так будешь стоять? Сейчас бы в бар. Для бодрости духа. Духи здоровья. Ну куда ты пополз? Смотри, как сполошились. Камуняки близко! Валер, как ты увидел? Ребята, по стелсу не получилось. Атас, братаны! Да кончай ты бегать, а! Опа! Опера какие-то. Один. Могу использовать.
вроде все. Неплохо я здесь разгулялся. Да, смотри, вот этот был при смерти, он пополз сюда за этот, за ограду. Прополз за ограду и сел, да, чтобы отдышаться, чтобы привести себя в порядок. Неплохо так придумали. О! Чё, бля? Напугал меня аж. Контроль. Так, папка для бумаг. Лагерь, заметка 1. Метро почти никогда не знало мирной жизни. Единая система управления станциями просуществовала всего несколько лет. Все развалилось само собой, когда стало ясно, что мира больше нет, что слухи о том, что президент и правительство не погибли, а бежали куда-то за Урал, это просто слухи, и что Россия никогда не возродится из пепла. С тех пор каждый был сам за себя, станции превратились в города-государства, и вчерашние соседи стали непримиримыми врагами. Чтобы выжить в метро, надо бороться за еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр пригородной для пригодной для обитания земли. Из 200 тысяч спасшихся в метро в судный день, когда сегодня жива лишь четверть. Ганза, Красная линия и Рейх разрослись, потому что были сильнее и дрались отчаяннее других. Но никогда за эти кровавые 20 лет не было, чтобы воевало все метро сразу. Что если наш крошечный подземный мир ждет новая последняя война? Все к этому идет. Ты смотри, как он держит пистолет, да, в тени. Буквально мизинцем. Так, ладно, это, видимо, лифт какой-то, но нам сюда. Сюда, вот здесь что-то зажглось. Кто там не вылупился? Тихо. Вставай, проклятье, ман, заклеймённый! Оу! Весь мир голодных и рабов! Ай-яки! Ай, кипит наш разум! Возмущённый и в смертный бой! Чем он там занимается? Так, а мне не туда ли надо было? Похоже. Полевой суд над арестованным шпионом Красной линии начинается. Всем подданным Рейха, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться. Так, растяжка. Чтобы было, если бы... А, понятно. Это, видимо, заряд. Был бы взрыв. Работы-проводили какие-то. Так, не туда вы хотите сказать? Красный шпион, взятый с поличным на территории секретного объекта, военным трибуналом приговаривается к смертной казни через поличный... Всех не перебежите! Фу! Смерть фашистам! Наступит еще наш час! Слава Рейху! Артём! Ну вот, подумай. Тревога! Тревога! Голову мне этой твари! Голову, слышите? Теперь мы квиты, Пашка. Уходим! Скорее, сейчас тут такое начнется! Так, видимо, прятаться смысла нету. Что за дела? Я вытащил Пашу из
он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Что ж, нас ждут катакомбы. Спасибо, Артём! Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры! Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Блин, что ты так болтаешь без перебоя? Да ты видал вообще, что за ужас здесь творится? Кошмар. Блин, детализация конкретно классная. Мне нравится. Так, раз уж мы в метро, давайте возьмем вот эту пуколку. Черт! Кто там? Я не вижу ничего. Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связь! Тушите там свет в тоннеле, считая непокойники. Есть! Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Ты хоть бы по углам смотрел, Паш? Это что такое, радиоактивные какие-то грибы, смотри. Мухи. Стой! Вот чего свет вырубили! Пауки терпеть его не могут! Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало, но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем тут. Окей. Давайте подзарядим наш фонарь. Бей, какая пакость. Ну-ка. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Блин, смотрите, пауки как. Думаешь, сюда? Артём, помоги открыть! Даже здесь точно ничего нету? Давай. Блин, это скрипты мне просто обожаю. И звуки отличные. И так, вроде на максимуме. Паутины-то! Шагу не ступить! Я знаю, что делать с паутиной. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. О, зря ты мне это сказал. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись! Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Блин, мне не нравятся эти звуки. Блин, это все еще шевелится. Шахты! Не, высоковато. Так просто туда не подняться. Давай что-нибудь уже сделаем. Я не могу, когда это сзади находится. Так, будем надеяться, лифт не подведет. У меня мурашки по коже идут. Идут, да. Не бегут, а идут. Есть! Генератор в порядке! Ну, слава тебе на уши. Заходи. Чисто! Прошу, покатаемся. Ну, поехали! Поехали быстрее в сторону. Ой, ты знаешь, что-то мне не нравится крыша у этого лифта. Какого? Что с ним? Почему встал? Потому что это лифт в игре. Ты что думал? Ты что, в Half-Life не играл, что ли? Ну и... Предохранитель, что ли? Черт!
Ну, давай! Ох, как больно. Услышали нас, суки? Кто, суки? Услышал, я не хочу. Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? О, ужас какой! Ой, какой ужас! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Спасибо за совет. Так, сверху. Опять я не хочу в этом месте стоять. Фух. Айда за мной! Как мерзко. Ах ты, су... Артем! Сюда! Пожарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! И все за одного. А, как это все мерзко! Кто это придумал? Так, сюда! Мост! Про него я слыхал! Теперь и тяжелее недалеко! Ай, что за звуки? Ой, высоковато! Мурашки побежали! Ага, что будем делать? Их! Не дрейф, Артём, прыгай! Двинули! А здесь что будем делать? Тут снова уже... они! Видимо, не допрыгнем. Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Человек. Нормально, сгодится! Артём, давай сюда, подсади! Где ты? Ты где? А, ты поймешь, где пузо. Теперь вали! Блин, какая мерзость. Как можно было такую мерзость придумать? Давай, я подсажу! Давай, подсади меня вообще. Хочу отсюда свалить. Они внутри! Артем, руку! Спасибо, Паша. Скорее, ноги в руки! Давай, 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 валим отсюда, к чертовой матери. Сюда! Пошел. Блин, какой-то здоровый. Давай, Паш, давай, что-нибудь делай. Готов? Пошли! Артем, ты цел? Да. Давай, надо уходить! Ох ты, как втопил! Бегом туда! Я не могу бегом. Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут. Фу, слава богу. Ой, мурашки, мурашки. Как игра доставляет, Артём, да? Погоди, хреново без фонаря.
Дай хоть факел сварганю. Ты что, посеял, что ли, свой? Раз, два, три, ёлочка, Гэри! Норм, давай, пошли. Вперед. Ладно, двинули. Жги их. Не отходи от меня! Иду, иду, иду. Давай, Джон, Джон! Перестаньте бегать. Нравится? Перестаньте выпрямляться. Давай. Паша, не уходи. Давай выберемся уже оттуда. Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Чё ж ты, блин? Да не переживай за меня. Я же Атос. Если что, шпагой отмахаюсь. Атос, Портос, блин, здесь... Там, кстати, в подсказках было, если, допустим, так, здесь закрыто. Если, допустим, зажигаешь зажигалку, то стреляешь гораздо хуже. Видите, прицел увеличился. И это логично, потому что автомат мы сейчас держим одной правой рукой. А, мерзость. А, мелкая тварь. О, мелочь пузатая. Отойди от меня. Так, давайте почитаем, успокоим нервы. Фу, факел, заметка 1. Туннели и станции метро лишь малая часть того, что было вырыто за долгие века неподатливой московской земле. Князья строили себе тайные убежища и секретные лазы. Цари сооружали катакомбы и сокровищницы, и уже тогда, века назад, натыкались на гораздо более древние ходы, прокопанные не весь когда. Причем, возможно, вообще не людьми. Пещеры, русла подземных рек, никто не знает, что на самом деле находится вокруг станции метро, над ними и под ними. Карт не существует, потому что картографы не возвращаются из своих экспедиций. Жуткие создания, обитающие в подземельях, действительно ли они порождение радиации? Возможно, они всегда жили тут. Может быть, раньше они сторонились человека, а теперь, чувствуя, что наш конец близок, что мы больше никогда не будем хозяевами земли, осмелели и показались на свет, подползая к нам все ближе, чтобы прикончить нас и поживиться нами, пока мы еще теплые. Ужас какой! Знаете что, дорогие любители компьютерных игр, я предлагаю на этом закончить, потому что это очень страшно, мерзко. Просто каждую... Блин, я ненавижу эти звуки. Тихо. У меня каждую секунду бегут мурашки по спине. Немножко я сейчас отойду, покурю. И мы с вами непременно продолжим. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего доброго. Увидимся в следующей серии. Пока.